I'm alive. Беременность – это не болезнь, поэтому тренировки продолжаются каждое утро. 20 минут кардио и 20 минут растяжки. Я исключила только упражнения на пресс, очень интенсивные прыжки и упражнения, которые делаются на животе, конечно. А остальное все также присутствует в моей жизни. Кардио до пота и растяжка до полного расслабления. Сейчас поедим, я зарядку доделаю и вместе пойдем, понял? Полепить. И Вово пойдет. Обязательно Вово пойдет. Как же без Вово? Темно так? Я готовлю тебе кашку. Ты компотик попил? Да. Ну ты молодец вообще. А Клим дразнит вечно Вову. Почему эти жопки такие хорошенькие сидят тут? Мои драгоценные. Лиля, ты нас сам будешь. Давай, карабушу. А где карабуша? Да пусть сидит, сына, не таскай его. Я что, подопытный кролик, что ли? Что ты там смузи-смузи сделал? Да вкусно! О-о-о. Здесь у меня черная смородина и базилик. Мокрая макушка, это кислая смородина. Еще 5 глотков. Еще 5 глотков? Обжегся! Да! Мой маленький! Мама. Молоко хочешь? Да! Сейчас налью его. Ух ты, мой хорошенький, красивый. Все дома его, вот дома. Пойдешь на улицу? Да. Пойдешь гулять с Марселем? Мама. Ну сейчас подожди, мама чай попьет с бабулей. Мама тут, смотрите, сколько уже давно жарит. Вон сколько блинов. Ничего. На 3 дня хватит. И еще вон осталось. Сделала пацанам салатик. Помидоры, огурцы, авокадо такой уже. Чуть-чуть уставший. Вовчик съест, он любит. Посолила черной солью авокадо. Но у меня еще в следующем году. Кутята вот. Спасибо, мам. Мы здесь опять разготовили свою оранжерею. Ну вот, вот это ешь, а это Вовчику авокадо. Накопали тут деду под забором. Мне кажется, ему это не понравится. Ну, детям же надо чем-то заниматься. Они там продают. Клим. Для печенья. Это мое садоводство. Я здесь посадил золотое яичко. Из него скоро вырастет что-нибудь. Я пока что не знаю. Лиля! Вова научился говорить Лиза. Ну-ка еще раз позови. Лиля! Дома не хочется ничего готовить. Пришла к маме на борщ, дети уже поели, и салатик себе сделала, просто помидоры. Хватит себя хвалить. Читаю комментарии, мне пишут, что я невероятно красивая, мне прямо даже неудобно как-то. Это что, так? А может это камера такая волшебная, нет? Что я невероятно красивая? Ага. То есть это не так? Вот я от него слышу только... Шучу я, шучу. Типа... Иди накрасься. Че ты такая ходишь? Какая вообще, такая? Вот рядом с тобой я не чувствую себя красивой. Да ты сама красивая. Ты мне красивый, не говоришь красивый, об этом. Хорошо. Вот меня спрашивают все, типа, что там Сайбель? Что там ты Сайбель? Беременная? А-а-а. Как он к тебе стал относиться? А что там Сайбель? Как да вообще он, никак, как, блин. Как он себя чувствует? Узнать у него, как у него настроение, что он ощущает. Нет! Как Сайбель относится к тебе? Что Сайбель тебе? Ну, ты же мой был.
Надо открывать свой блог, да? На своем блоге, да, ты поговоришь. О себе. Да. И спросишь меня. Слушай, ну я не знаю, как ты. Я чувствую. Я хочу, чтобы ты меня вот заботился, носил на руках, спрашивал, как ты себя чувствуешь. Садись, поехали. Как сегодня прошел твой день? Я тебя спрашиваю. Наша пузика. Такое муси-пуси хочу. Какое муси-пуси еще? Вон там пузика-то нет еще пока. Да даже когда оно есть, тебе вообще фиолетово. Еще знаете, когда у меня даже был большой живот, я ему говорю, потрогай. Да я боюсь этого всего. Когда даже ребенок шевелится. Я могу там что-нибудь такой рукой нечаянно. А он даже трогать не хочет. Вот почему? Почему меня это бесит? Я боюсь. Нет вообще никакой телячьей нежности. Я боюсь. Мне не хватает этого. Чего ты без футболки тут сидишь? Да потому что жарко. ДНК-тест. Короче, оказывается, можно ДНК-тест сделать на определение пола ребенка уже... С 10-й недели. Да, то есть вот уже буквально через 4 дня можно сделать. Хотя мне иногда кажется, что я прям чувствую какие-то микрошевеления внутри себя. И живот как-то очень быстро растет. Мне порой кажется, что я, может быть, перепутала... Беременность? Перепутала... дни. Я могла перепутать, но на дня 3-4. Вот я, если честно, я не помню последний день своего цикла. Вот. Не совсем помню. Я примерно поставила, как мне кажется, но я могла спутать. Ну, 3 дня, в принципе, погода 3-4 дня не сделает же. Несу Вовке кашку на площадку, потому что он утром плохо очень покушал. Все ради того, чтобы, знаете, там не ел какие-нибудь печенье, сладости. То когда голодный будет, все подряд будет хватать, просить. У меня тут помощница завелась на кухне. Вот бы мне такую надолго. Скоро будет. Надеюсь. Да. Мы, в общем, здесь. Я делаю салатик. Вот нарезала капусту. Сейчас буду мять ее, делать ей массаж капусте. Вот добавляю чуть-чуть уксуса яблочного. И еще на терке сейчас натру. Морковь и свеклу. Будет салат метелка. Вот. А еще у меня сегодня капустный день. В общем, я тушу капусту тоже. С грибами буду делать. Вот натерла на такой замечательной терке. Еще сюда добавляем. Салат получился бомбически вкусный. А еще вот мне тут Лиза нарезала. Вот эти все грибы нарезала Лиза. Такая помощница. Капуста уже готова. Я хочу немного нафаршировать блины. Это у меня безглютеновая мука, поэтому блинчики такие бледненькие. Так. Ой, еще рано. Сейчас капусту смешаю с грибами. Вот так вот мешаем. Посолила я. Можно из этой смеси делать пирог, кстати, очень вкусный. Можно там пирожки сделать. Ну, так как пирог, не знаю, что-то до пирога еще не доросла, до безглютенового. А вот нафаршировать блины, это, конечно, кайф. Блины все слопали дети. Я буду есть сейчас просто капусту с грибами. И вот вчерашний борщ доедать. Чуть-чуть совсем осталось. Вовка спит, я там монтирую под кондиционером, поэтому кофту надела, подмерзла еще теплые носки. Ой, дети гуляют на улице, красота. Если надо, Клим сходит к бабушке Гале, либо к бабушке Лизе поесть. В общем, он здесь не пропадет на районе. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, тут вкусности вот такие готовят. Приготовлю. Вот это я приготовила. Очень вкусно, спасибо. Все очень дорого стоит, все по 500 тысяч, по 50 тысяч. Ну, спасибо, зато вкусно. Какой нахуй батисубер, дебилоидка? Зачем вы так ругаетесь, а? Я батисубер. Георгий, я же тебя просила в моем присутствии хотя бы не ругаться матом. Пожалуйста. Надо какое-то уважение иметь ко взрослым. Возьми,
давайте телефон, сейчас наберем. Короче, вчера... Где же Клима можно найти? В самых неожиданных местах. Еще и Вовку за собой пойдем, тащит. Пойдем. А что это белое везде? Это святая вода. Вчера насыпали, чтобы не грязь. Иди по этой святой воде. Вот мне больше делать нечего, как сюда тащиться. Да. В вот эту грязь и глушь. Это наша комната. Да. Это обитайте. Наш тайный шалашик. Никому не говори. Нет. Вовка, а ты-то зачем сюда сел? На-на. Я тут опять удачно зашла, у мамы такие вкусные котлеты из чечевицы. Ты всегда только удачно заходишь. Ага. А еще вот гороховое пюре. Вкусно. Ну, я уже все полная. Давай, топ-топ. На, бери самокатик и поехали. Вот бедненький, хромает. Нет, у него ножка, он сегодня сильно упал. Теперь, да, болит, да? Бабах! А Лиза не то, что бабах. У Лизы два колена разбиты. Это да. Бабах! И больно. Кошмар, какие ноги у Вовы. Ты зачем мыло в рот берешь? Во-во! Смотри, какие у него ноги. О, божечки. Вова, ты где ходил? Я так понял, это он в подвале ходил. Ты в подвале ходил? Да. Зачем ты туда ходил? Кто Ивана тебя туда? Не боится, да. Кто тебя туда затаскивал постоянно? Его надо вымачивать после улицы. Меня папа. А, папа тебя в подвал затаскивал? Да. Стоит, руки назад. Ну почему же ты такой хорошенький? Кайфуете? Барабай, завтра рано вставать. Вова, вкусная, что ли, малинка? Я ему самый красивый даю. Клим. Ты этот фильм, наверное, вот 20-й раз. Да ладно, пусть чуть-чуть посмотрит. Постоянно, да? Еще здесь включил. Завариваю шиповник. Такой вот он у меня. Промываю сначала, перебираю. Вот у меня тут есть некоторые, смотрите, с такими пятнышками. Но это не плесень, но непонятно что. Вот смотрите, она снимается, такой как будто бы пух какой-то. Мама, дай мне. Интересно, это съедобно? Мама, дай мне, я посмотрю, я разбираю что-то такое. Вот. Но это не есть, это надо заваривать и пить. Это твой по, который ты по утрам пьешь.